Une chanson des nuits blanches de Ленинград. Казалось бы, про нашу героиню известно все. 53 года она на сцене. Под ее голос в нашей огромной стране выросло несколько поколений. 500 песен, многие миллионы пластинок и дисков, километры статей, интервью, книги, фильмы, телепрограммы. Но когда начинаешь всерьез думать об Эдите Пьехе, изучать ее биографию и творчество, обнаруживается, что, хотя вся ее жизнь на виду, в ней множество тайн и загадок, и вопросов больше, чем ответов. Попробуем отыскать хотя бы некоторые из этих ответов. Когда меня спрашивают, где я родилась, я обычно отвечаю, что я родилась дважды. Один раз это было на севере Франции, в маленьком шахтерском городке, там, где прошло мое детство. А второй раз я родила в Ленинграде, уже как взрослый человек, а в основном как эстрадная певица. Франция, 2 годика мне, до 9 лет, это война, это горе, это бомбежки, это все было очень плохо. 45-й год, это май месяц, нам объявили, что песню, которую мы учили в бомбоубежище, теперь можно петь во всю мощь своих детских как-то силеночек. А мы были все недокормлены и такие. А голоса звучали у нас здорово. Allons enfants, нет, не так. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant élevé, attendez-vous dans nos campagnes, mûris ces féroces soldats qu'il забыла. Польша послевоенная, тут отчим начал заниматься моим воспитанием. Мне некуда было как-то прижаться к чему-то теплому. И приехав в Ленинград в 55-м году, я ощутила вокруг себя столько тепла. Это мое первое место жительства, первая прописка в Ленинграде тогда. Мытинская набережная, дом 5. Сначала комната 23, потом комната 88. Да, тут ветер был всегда большой и мороз ужасный. Да, еще самое смешное, я никогда в жизни только по книжкам знала, что бывает наводнение. И вот как раз осенью 55-го года Нева вышла из берегов. И вот представляете, из общежития мы ходили по колено в воду, чтобы попасть в университет. А на первом этаже был буфет. И там из бочек селедки повыплывали, хотя они были соленые, но они плавали как живые. Это философский факультет, где на отделении психологии училась Пьеха и где сейчас ее однокурсники стали профессорами. Вечер первокурсников был. Точно. Вот здесь я стояла и пела гитару. А вот dans le soir, on est moi, va lui chanter pour moi. La chanson de mon rêve chante le vagabond suspend. Ой, дыхание сбило, пока по лестнице поднималась. Да, тогда мне было сколько? 18. 18 уже, да, было. А сейчас немножко больше. Dans la forêt l'oiseau t'écoute brilleux. Chante. Я просто вышла, потому что некому было украсить этот вечер студенческий. Вот меня попросили спеть. Студентка из Польши Эдита Пьеха. Я говорить не умею, я лучше спою. Помню, как читали нам вот эти все сложные предметы. Я ничего не понимала. И только через полгода как будто вату из ушей вынули. Я думаю, боже ты мой, я, кажется, знаю, о чем они говорят. А потом первая сессия. О, как это было трудно. Первая репетиция хора. А я всю ночь переводила «Капитал» Маркса. Вот на втором этаже был читальный зал. И я сонная проспала. Я стал дирижером хора польских студентов в университете. И там я встретил Эдиту Пьеху.
А Броневицкий Сан Саныч после репетиции он просил меня остаться. Так мы и познакомились. Потом меня повез в консерваторию на репетицию хора, который, ансамбля, который назывался тогда «Липка». Ребята, дирижеры хоровики. К ним примкнувший, уже окончивший дирижерско-хоровой факультет Александр Броневицкий, они собирались в порядке консерваторской самодеятельности. Была у меня единственная песня, которую он аранжировал, и там это про червоный автобус. И вот они стоят и поют «Ду-ду-да!» «Ду-ду-да!» я пою. «Автобус они! Ду-ду-да! Червоный! Ду-ду-да! Через улицы моего места! Ду-ду-да!» В общем, такой джаз-гол изображали инструменты. И это так было складно, так чистенько они пели. «Я новый ясный дом, и югроду плотный тень. Часом девчон в поезене, шутику нам, как променный князь. Новый есть не только новый, я за новый каждый новогоднюю ночь с 55 на 56, вот это первое выступление. Вот так, 53 года тому назад. Отсюда, здесь стоял ансамбль, рояль чуть дальше. Здравствуйте. Вот здесь я вышла. Этот зал казался мне огромным таким, и публика неистово требовала повторять песню. Там сидели в зале одни преподаватели, профессора. Но орган там не играл. Был рояль, который там стоял. И я, ошеломленная, счастливая, выпорхнула. Да, в лыжных ботинках я вышла. У меня не было других обуви, выходной не было никакой. Жаль, что нет тех ребят сегодня, с которыми мы тогда стояли на сцене. Четыре раза мы повторили в эту новогоднюю ночь вот этот червоный автобус. Я новый ясный дом, и ее гроду плотный тень. Прошив я до тики свущего до працы, поедем и шибко хоть бы гулять. Слава Эдиты Пьехи и ансамбля «Дружба» под руководством Александра Броневицкого вспыхнула, как порох, и охватила город, а потом и всю страну, как степной пожар. В нашем архиве сохранилась никогда не публиковавшаяся запись интервью композитора Андрея Павловича Петрова, которого с семьей Пьехи и Броневицкого связывало не только творческое сотрудничество, но и многолетняя дружба. Очень низкий голос, сильный акцент польский. Вот, все это была такая экзотика, все это привлекало, но в то же время оказалось не совсем... Ну, чем-то, так сказать, своим. Чудное, как когда казалось по изображению, по крайней мере, телевизионное, значит, что такое баскетбольного роста, но идеально сложенная певица и с замечательным совершенно репертуаром, с лицом, да, действительно, скажем так, нездешним. Особенно я вспомню на наше телевидение с этими непроглаженными задниками, сшитыми. Выходит она, и все забываешь. Ее, конечно, больше всего любили за то, что она была русская иностранка. У нас всегда любят словосочетания, которые чуть-чуть звучат по-французски. Если это не Эдит Пиаф, то это Эдита Пьеха, как бы наша версия, чуть-чуть французской, чуть-чуть польской, поэтому сохранение акцента. Нашей культуре нужны наши собственные иностранцы. И единственная слава была прообразом такой иностранной штучки, затесавшейся на советскую эстраду. На меня так смотрели, ой, иностранка к нам заглянула в квартиру в нашу. И это для них было так удивительно. А эта иностранка с кичкой простой, в каких-то лыжных ботиночках, в каком-то драповом пальтишке. Но слово «иностранка» в то время звучало очень смешно. Не только импортность, она все-таки была необычной. До нее, наверное, все-таки основным типажом на эстраде была, основным амплуа было инженю. Это была простая, почти крестьянская девушка с высоким голосом обязательно. Над рекой горят окошки, над рекой летит снежок, а зимой и без гармошки. Ой, хорошо, ой, хорошо.
Пьеха совершенно другой типаж. Во-первых, низкий голос. Во-вторых, акцент и интонация, что является частью вот этого голоса. Да? В-третьих, нечто в ее голосе напоминавшее, может быть, тирольские йодли. Какая-то специфическая окраска голоса. Это было очень необычно. Конечно, эта польская девчонка была сказочным подарком, который судьба сделала Александру Броневицкому. Природа одарила ее необыкновенной музыкальностью. Ну а чего скрывать? Кто меня должен был нотам учить? Мама, мама-то моя тоже нот не знала. Так что ушки мои прокормили меня столько лет и кормят по сей день. В общем-то, это счастье большое. Уметь так запоминать. Я не могу сказать, что я с первого раза запоминаю, но достаточно. Ну, самое интересное, что так человек устроен, что мне один раз играют, и я не могу воспроизвести. Но хожу целый день, и внутри у меня все поет эту мелодию. А просыпаюсь на следующий день, вроде бы я уже ее знаю. Прошу еще раз сыграть. Все? Запомнила? Была такая песня. Сейчас. Целый день, да песенки новые учащие, нутся ее по чихулюб на голос, и целую ночь повторяем ее, би-би-уба, нутся так при праце, би-би-уба, нутся по коляце, би-би-уба, и боище. Так все думали, что это джаз. Целый день, да песенки новые учащие, кроме редкостного голоса и красоты, она была наделена и врожденным артистизмом. Посмотрите, как с первых шагов на сцене для юной Пьехи было органично петь, двигаться с ее чуть угловатой грацией, общаться с партнерами, с публикой, с камерой. С самого начала сцена стала главным местом, где она дышала полной грудью и жила по-настоящему. Но превосходный природный материал все-таки требовал обработки. Как говорится в одной пьесе Островского, дорогой бриллиант дорогой и оправы требует, и хорошего ювелира. Он был все-таки скульптором, не ювелиром. И ему досталась вот такая глыба, знаете. И он очень беспощадно оттесывал все ненужное, пока пока не появился контур будущей артистки Эдиты Пьехи. А когда этот контур я сама ощутила, я сказала, хватит, я дальше сама пойду. Неблагодарное я дитя. Но ему удалось вылепить ту самую женщину, ту самую артистку, ту самую певицу, которую люди полюбили. Ну, как-то я подействовала на людей сразу. Это уже Господу Богу спасибо, правильно? Но все то, что сделал Сан Саныч Броневицкий, это его огромное, ему за это огромное спасибо. Тихо и грустно кончается лето. Снова нахмурилось небо рябое. Тогда об этом не думал никто из ее зрителей. Да вряд ли думала и она сама. Но сейчас, полвека спустя, очевидно, что у Пьехи были данные, нисколько не уступавшие кинозвездам того времени, по которым с ума сходил весь мир. Дважды с огромным успехом она выступала в знаменитом парижском концертном зале «Олимпия». Крупный импресарио Брюно Кокатрикс брался устроить ее карьеру. И останься она тогда во Франции, ее, несомненно, ждала бы как минимум европейская слава. Но она вернулась к своему ансамблю «Дружба», к своему Александру Броневицкому. Когда мне вдруг на каком-то концерте кто-то из маститых артистов сказал: «У тебя красивые глаза, а почему ты не красишь ресницы? Почему ты не подведешь вот контур глаз?» Я говорю: «А как, зачем? А что это такое?» Я не имела понятия, что существует грим. В то время ведь не было никакого выбора средств для того, чтобы заниматься макияжем, украшать свое лицо.
я так долго думала, стала подсматривать. Помню такой большой праздник на стадионе. Там Алла Ларионова, там Скопцева, там все. Я смотрю, они достают какую-то особенно вот увидела у Ларионовой такая коробочка, то ли из-под гуталина, то ли из-под чего-то. Достает зубную щетку, туда наливает немножко воды, что-то, и вот красит свои реснички. Я говорю, скажите, а что это такое у вас? Это тушь для ресниц. Я говорю, а где можно купить? Нигде, у цыган. Понимаете, это же было очень грустно. А потом судьба меня свела с Вячеславом Зайцевым. Эдита Пьеха – это большой цветок, сделанный из шелка, какая-то прекрасная орхидея или астра, или хризантема, которую создал для нее в основном Слава Зайцев. Эдита Станиславовна была всегда образом большой леди, великой дамы. Я помню эти совершенно замечательные какие-то фейерверкообразные костюмы, которые делал Слава Зайцев. Немножко у меня есть съемки, которые не растиражированы, которые не пошли, где, скажем, я не фиксировал Пьеху, такую, какую ее знают все, и которая ей, допустим, ей нужен был для афиши, для плаката, для пластинки и все. А где я снимал, по крайней мере, пытаюсь создать вот тайну Пьехи. Не то, что все знают, не прическа, которая действительно там, скажем, длится много лет, буфы, розы, шелк платьев длинные, все. А вот тайну. Сейчас, когда Эдита Пьеха давно стала частью жизни каждого из нас, трудно даже вообразить, каким новым, свежим, необыкновенным было все, что она делала на сцене для советских людей 50-х-60-х годов. Она не ломала советские стереотипы сценического и жизненного поведения, она просто о них не знала. Вот запись, которую также никогда не видели наши зрители. Она сделана в ГДР на студии ДЭФа. В Советском Союзе такое на сцену еще допускалось, но не на пленку. Конечно, Александр Броневицкий, бывший, по сути дела, режиссером всех номеров «Дружбы», прекрасно понимал, что если рядом с этой женщиной окажутся мужчины, сам собой сложится эротический сюжет. Тогда не было таких слов и даже таких понятий, но публика безошибочно чувствовала. То, что делали Эдита Пьеха и окружавший ее мужской коллектив ансамбля «Дружба», было исполнено необыкновенно обаятельного эротизма. Я как Жанна д'Арк стояла именно на своем, что я женщина. Ну, он оставался всегда мужским началом на сцене, а я взяла на себя вот функцию вот того самого возвышенного женского. Все ваши необыкновенно застенчивые люди. Они едят только за компанию. Они добрые, но какие-то стальные. Они совсем не плотские. Они сразу ищут отдушину с фонографом в соседнем номере. Сейчас вообще невозможно себе представить, да, какому-нибудь тинейджеру, что это считалось сексуальным. То есть, что это была сексуальность за гранью как бы дозволенного, что в этом был какой-то шаг вперед. Невозможно себе это представить, потому что сейчас совершенно другое понятие сексуальности. Конечно, Пьеха не была никакой диссиденткой, не боролась с советской властью, не делала ничего антисоветского. Более того, она быстро стала частью советского эстеблишмента. Но любовь, о которой она пела, и эротика, которой пропитан был ее сценический облик, по самой природе своей – сферы свободы. Эта свобода цвела неподконтрольно идеологии, несмотря на ее мертвящее дыхание. Пьеха не была антисоветской, но она была не советской. И власть это безошибочно чувствовала. Несколько раз ансамбль «Дружба» попросту запрещали, надолго лишая уже тогда сверхпопулярную Пьеху возможности выступать. Публика ее обожала, потому что она пела о любви, а в то время как все пели про комсомол. И, видимо, вот песни лирические сделали эту артистку кумиром одиноких женщин. Когда уже добрались до того, что я не такая, как все, значит, я плохая, я должна быть, как все. Да, потом это же навеяно Западом. Это буржуазная идеология, что они преподают людям.
И потом нашелся вот композитор Новиков, такой замечательный наш ленинградец, и сказал: «Шура Сан Санычу, ты сделай заглавную песню, какую-нибудь патриотическую про Ленинград или что-нибудь, и финальную. Это будет рамка, а что внутри, они не запомнят». И потом стихли эти нарекания, они просто растерялись. Как-то я со сцены сказала: «Да, меня очень много ругали, ну, прежде всего, за акцент, во-вторых, за то, что тембр голоса был не такой, как у всех. Ну, и вообще, ну вот это, я была сама собой, нельзя было меня ни с кем сравнивать. Так я вот со сцены как-то сказала: они были, а я есть». Среди щедрых даров природы у Пьехи был один, быть может, самый драгоценный – гармония внутреннего и внешнего. Она первой сняла микрофон со стойки, первой спустилась в зал и стала с залом разговаривать. Не потому, что была бунтаркой и стремилась разрывать оковы костных правил поведения артиста советской эстрады. Просто для нее естественно быть на сцене абсолютно искренней. Когда она поет «Я», мы чувствуем, что это не абстрактная лирическая героиня. Это сама Эдита Пьеха. Она говорит именно о себе. Все переживания женщины – любовь, обида, благодарность, упрек – адресованы совершенно конкретному мужчине. И вся страна знала, что зовут его Александр Броневицкий. Самым умным, самым сильным, самым гордым, самым ласковым и самым славным. Я не знала, что такое любовь ко мне. И поэтому, если даже, может, эта любовь была рядом, я ее не разглядела. А ту, которую я принимала за любовь, это была придуманная мною любовь. Единственное, что можно возвысить над всеми моими чувствами к другим мужчинам, к другим людям, это были взаимоотношения, конечно, к Сан Санычу. Явилось мне горькое чудо, и разве уйдешь от себя? Я знаю, с тобою мне худо, но худо совсем. Получалось, что в стране, где главной целью было провозглашено служение коллективному, Пьеха утверждала ценность частной человеческой жизни. Никогда ни о ком не скажу вообще ни одного худого слова. Всегда безумно вежливо. И у нее есть какой-то внутренний стержень, на котором держится она давно, и этот стержень только крепнет. Она прекрасно знала, каково жить в этой стране. Вопреки бесчисленным слухам и сплетням, неизбежным спутникам огромной славы, ее жизнь вовсе не была роскошной сказкой. Она не ездила в золотых каретах и не носила хрустальных туфелек. Я стала интересоваться: а как вы тут живете? А почему у вас так много комнат? Это что, общежитие? Нет, это почти общежитие, но это называется у нас коммунальная квартира. Я говорю: а где у вас здесь готовят? Что мне показали? Огромную кухню с одним единственным окном, темную такую. Показали жутко грустную ванну, туалет, в которой стояла уже... Я как-то переночевала у них, а с утра там очередь стояла. Ну, в общем, я узнала для себя одну сторону, другую сторону Ленинграда. И вскоре мы получили коммунальные квартиры в другой коммунальной квартире на улице Ленина, в трехкомнатной квартире. Там еще двое соседей было, на пятом этаже без лифта, но уже свою комнату. А потом я стояла в очереди и отмечалась на диван-кровать. А потом отмечалась на шкаф «Хельга». Такой был шкаф совмещенный. Горка для посуды с платяным шкафом. В общем, обустраивала я свое маленькое гнездышко, куда приехала впервые в гости моя мама из Польши. Это было очень смешно. Слава богу, что она не попала вот сюда, на греческий. Я ее встретила с вокзала. Мы ее встретили с Сан Санычем. Она так ходит по квартире, говорит: а почему в твоей квартире кто-то еще живет? Я говорю: мама, это называется коммунальная квартира. Как это коммунальная? Тут что, чужие люди живут? Ты что, так мало денег зарабатываешь, что у тебя чужие люди должны жить? Я говорю: да не у меня они живут. У города. Город эти комнаты раздает. Очень скромные квартиры, очень скромные апартаменты. Это лишний раз говорила, вернее, доказывала то, что она не жила для себя.
Она жила для песни, для людей. И, ее порой, казалось бы, странное высказывание, что вот у меня там нет денег, что у меня там я не могу себе позволить то-то, то-то. Казалось, для многих могло бы казаться такой профанацией. Но это действительно было так. Действительно было так. У нее слишком много было, как бы сказать, обязательств, которые она должна выполнять была перед людьми, перед близкими. И все это на ее хрупкие плечи, в общем-то, всегда очень так наваливалось. В одной опере Верди есть партия «Голос с неба». Для сотен миллионов людей, живущих трудной, бедной, беспросветной и безнадежной жизнью, лучезарный светоносный голос Пьехи и был таким голосом с неба. Голосом, дающим надежду на то, что, возможно, другая жизнь – чище, красивей, свободней. Я человек вот как раз чувств. И мой голос, и я – это одно единое. Мы абсолютно целые. И я в прекрасных отношениях со своим «я». Оно внутри меня. И я ему... И вот когда раньше приходилось петь по 40, а то и по 50 концертов сольных в месяц, я брала свои связочки вот так. И перед каждым концертом, а точнее вечером на ночь, говорила: «Связочки, милые, мы справимся, мы будем работать, мы отлично себя чувствовать будем». И вот все получалось. Она рассказывала, как она репетировала в каком-то оперном спектакле. Она вам не рассказывала, нет? Попросите ее. И когда она запела оперным голосом, для меня это было откровение. То есть я никак от нее этого не ожидал. И слушайте, и так здорово. То есть вот эта ее манера, она, видимо, за счет многолетнего какого-то отсева материала, работы сама с собой, нашла вот эту манеру тихого пения, да, доверительного пения. Но у нее-то ведь на самом деле большой голос. У нее голос очень индивидуален, он теплый, он какой-то очень интимный, бархатный, такой сумбрированный такой тембр голоса. Даже то ей не надо ничего делать для того, чтобы это был такой очень интим какой-то в его голосе. В Пьехе заложен такой шарм, какой-то секс. Когда я столкнулась с тем, что высокие ноты какие-то появлялись в песнях, которые уже Сан Саныч Броневицкий предлагал мне петь, я этим грудным резонатором эти ноты не могла спеть чисто. Я стала думать, а что же мне делать? А как же поют люди-то? Я просто захотела узнать, откуда берется звук. Почему у кого-то-то так, а у меня вот так. То есть я узнала все тайны воспроизведения звука. То есть есть грудной резонатор, есть носовой резонатор, есть две связочки, есть диафрагма. Но это нашим слушателям ни к чему знать. Но я поняла, откуда берется звук, и как им пользоваться, и как его воспроизводить, даже если я себя, у меня плохое настроение. И я стала сама заниматься. А потом Сан Саныч стал хвалить. Как же так? Ты чисто стала петь. И сейчас фактически не бывает так, чтобы я не знала, если у меня плохое настроение, как я выйду на сцену. Нет, все знаю. Это называется уже автопилот или мастерство. Нам рано жить воспоминаниями, хоть лет прошедших не вернуть. Пока живем, не перестанем мы стараться в завтра заглянуть. Нам рано жить воспоминаниями, какими б ни были они. Не зря нам кажутся недавними все наши прожитые дни. Я был на нескольких ее концертах у нас в зале на Греческой площади, понимаешь? И то обожание, и та благодарность публики, вот, ну, она очевидна. И она как бы не на градус,
не понизилась. Это место в Санкт-Петербурге, в Ленинграде, знаковое. Вот позади коммунальная квартира «Греческий 13», вот этот замечательный зал, в котором я имею карт-бланш, когда бы ни пришла, чтобы мне, например, какие-то съемки надо делать. Пожалуйста, Дина Станиславовна, проходите. Кроме Октябрьского, пьеха пела в Большом зале филармонии, в Кремлевском дворце и в Большом театре в Москве, в Карнеги-Холле и в других лучших залах десятков стран. Где моя комната свободна? Очень приятно. Звездные звезды только те, кто на самом деле звездами не является. Потому что я говорю, а самое главное для человека самореализоваться. Иди-то она полностью сама. То есть у нее была там, ну, не, если не мировое, то уж, по крайней мере, признание всего СССР, как бы любовь и по сей день. То есть ей доказывать что-то уже не надо. Она, ее поступки за нее доказывают. Поэтому чем выше звезда, тем проще она в жизни. Она, может быть, завоевала большую часть своих, не большую, но большую часть своих симпатий за счет своего как бы внесценического поведения. Я думаю, что на личных контактах с многочисленными фанатами, мне кажется, она никогда не позволяла себе что-то такое, ну, неправильное. Она всегда, как мне кажется, была исключительно доброжелательна и очень дорожила, и дорожит, наверное, этими людьми, которые ей признательны. Она отвечает им тем же. Вот, я думаю, за это ее любят. Она такая доброжелательная, и Господь ей дает это добро в голос. А голосом она привлекает к себе людей, а она своим голосом даже может лечить людей. И люди, которые нуждаются в каком-то именно лечении красотой и добром, они и тянутся к ней. Она не давала возможность приближаться к себе близко людям. То есть она шла к ним с открытой, как бы, таким забралом, да, то есть она отдавала себя, но держала расстояние. И потом никто не мог позволить ее обидеть или скорбить, то есть как бы сказать, мол, вот, мол, ты тут такая, а там за нами, за кулисами другая, что, мол, ты изображаешь, а в жизни совсем все по-другому. Она и в жизни не давала повода для злословия. Артист и поклонник, а я люблю слово «почитатель», они должны придерживаться отношений, о которых сформулировала не я. Понимаете, должна существовать невидимая дистанция между почитателем и артистом. И тогда артист сможет со своей высоты невидимо управлять вот этими людьми. Так, чтобы они не чувствовали. Никто никогда не называл ее на «ты». Не знаю, может быть, в семье это делал муж, но я, мне язык не повернется. В рабочей обстановке сказать, Эдита, ты, я бы сквозь землю провалился. Да и все взрослые мужчины говорят, Эдита Станиславовна, вы бесспорно. При ее появлении хочется встать, целовать руку. Наша героиня именно петербурженка. Не будучи ею по рождению, более того, не имея к тому, так сказать, исторических предпосылок, происходя из совсем простой шахтерской семьи, пережив трудное детство и совсем непростую юность, она сумела вырасти над собой, выделать из себя настоящего петербургского интеллигента. Увы, на этом месте сейчас будет стоять какой-то грандиозный дом. Мне жалко и очень плохо отношусь к людям, у которых рука поднимается ради наживы, разрушать исторические стены нашего города. Все-таки должна быть какая-то совесть, не все в деньгах. Она впитала в себя культуру Петербурга и привнесла в российскую эстраду западную, как бы, культуру, вот, европейскую. То есть, и вот это вот сочетание дало вот такой вообще ошеломляющий эффект. Я думаю, что вот этот стиль петербургский, который восприняла Эдита Пьеха во всем, и в своем поведении, и в своем образе жизни, вот, он позволил ей, в общем, остаться вот такой, какой она всегда была, и не потерять чувство достоинства, и не потерять очень многих своих человеческих качеств. Сколько бы ни гнули Петербург, он никогда не сдавался, равно как Эдита Станиславовна, какая бы буря, метель и вьюга не клонила бы к земле всех, она остается как памятник Екатерины, которая никогда не согнется ни под какими стихийными бедствиями. Нет, все-таки Эдита Станиславовна – это с каждым годом. Никогда бы не применил ни слова «бренд». Это
человек, женщина, которая с каждым годом приобретает все большее значение для каждого, кто здесь живет. Огромное спасибо от всего сердца. Спасибо. Спасибо. Наши песни. Пьеха – народная артистка СССР. СССР нет уже скоро как два десятилетия, и носителей этого звания все меньше. А тех, кто не просто имел соответствующие корочки и нагрудный знак, но в действительности был народным артистом всего Советского Союза, еще меньше. Мне дважды в Ленинградском обкоме партии человек по фамилии, а может, не надо называть, он теперь уже там не работает, но он мне... Меня вычеркивал из списков людей, которых рекомендовали на присвоение звания Народный СССР. А в 88 году, 13 октября, мы были на гастролях в Венгрии, и по радио объявили, что мне присвоили звание Народный артистки СССР. И когда я вернулась домой, меня пригласили в обком партии, уже другой человек заседал на месте того, который зарезал мне звание, и он показывает мне на мешки. Я говорю, а что это такое? А это мешки писем со всей страны с требованием дать вам звание. Мы были вынуждены пересмотреть предыдущие два отказа вам в звании, и вы его получили. Поэтому, когда не стало Советского Союза, на одном из концертов меня спрашивают, как вас объявить? Я говорю, народная артистка Советского Союза. А такой страны нет уже. Я говорю, она была, а это звание мне дал народ этой страны. А этот народ есть. Каково это, будучи хрупкой женщиной из плоти и крови, зная себя изнутри, со всеми своими обыденными свойствами и, быть может, слабостями и недостатками, чувствовать свою родственность сотням миллионов людей, живущих в пространстве умонепостигаемо огромной страны? Я живу как на облаках. Я там выше земли. Я оттуда все вижу, понимаете? Я чувствую по принципу бумеранга. Я отправила депешу своих чувств. Артист – это тот человек, который поднимается выше облаков даже. И оттуда мне сверху видно все. Ты так и знай. Каждому человеку я могу сказать. Все системы жизнеобеспечения, они на сцене. То есть, если там все хорошо получается, то и в жизни потом как бы делается все легко и с улыбкой. Поэтому и до сих пор я смотрю на Эдиту, то есть сейчас она где-то уже, может быть, там сидит, как бы там грустит, да, где-то в печали в какой-то. Как только появляется работа, вот Эдита преображается, она становится моложе лет, там, на 40 минимум, как бы, вот, появляется улыбка и желание жить и творить. Я верю в то, что меня ждут. Я сужу по аплодисментам, и для меня это еще пока незаконченная сказка. Я еще верю в нее, и это мой мир. Вновь зашумели высокие сосны. Ты, расставаясь, не плачь безутешно. Греют людей надежда и сон. Быть только надежда. Только...